Торжественное мероприятие, посвященное Дню России, началось с автопробега и церемонии поднятия государственного флага под гимн Российской Федерации в исполнении военного оркестра. Часть праздничной программы посвятили поздравлениям победителей губернаторского грантового конкурса «Измени жизнь к лучшему». Очень радует, что у нас люди думают в первую очередь не только о себе, но и о своем окружении, о той территории, на которой они живут, развивают, хотят ее развивать, благоустраивать. Ну и мы, конечно же, приложим максимум усилий, чтобы поддерживать эти инициативы. Сертификаты на финансирование своих идей получили авторы 50 проектов, 20 основных победителей и еще 30 из числа тех, кого поддержали партнеры конкурса. Одним из победителей стала Татьяна Колнау со своим проектом «Алуся спешит на помощь». Алуся – это специальная порода собак, которая помогает с реабилитацией детей и взрослых. Благодаря таким социальным проектам особенные дети постепенно адаптируются к жизни в обществе. И мы придумали такой благотворительный проект, где мы с помощью особых материалов, да, жилетки, мы разрабатываем с ними способы самореализации в обществе. У нас есть, допустим, жилетка-органайзер. Она помогает научиться одеваться самостоятельно. В дальнейшем мы видим, как дети уже самостоятельно застегивают кофточки, да, пуговицы, и на это приятно смотреть. Всех жителей города ждала насыщенная концертная программа с танцевальными и вокальными номерами. Лучшие творческие коллективы города и области подарили биробиджанцам отличное настроение. Софья Гидатуллина, Кирилл Богаченко, Новости 21.